Привет, подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу сделать такую интересную тему, провести рыбалку в тишине. То есть никаких комментариев, ничего не будет. Вы будете видеть поклевки, вы будете видеть рыбу, но комментариев не будет. Потом, в принципе, в конце отпишитесь, как понравится, не понравится вам такая тема. Буду еще ее делать или не надо ее делать. Ну, в общем, посмотрим. Сегодня у меня поплавочная рыбалка, прилетит у меня карась. В общем, сейчас кормимся и посмотрим, что из этого получится. Thank you.
Thank you.
Все, ребят, моя рыбалка сегодняшняя закончена. Рыба сегодня клевала, несмотря на такую туманную, прохладную погоду, пасмурную. В приоритете у меня был карась. В принципе, его я как раз и поймал. Я его нашел. Красновера практически не было. Если был, то был мелкий. Я его выкидывал, ну, и даже не снимал. Вот, сейчас я вам покажу, что я сумел поймать. Таких карасиков я сегодня наловил. Весь карась практически ладошка. Есть, конечно, и побольше экземпляры. Вот такой. Там один вообще такой теленочек был хороший. В общем, думаю, вам видно. Рыбалка на осеннего карася, я считаю, что удалась. На этом все. Ребят, кому понравилась рыбалка в тишине, пишите об этом в комментариях. В общем, ребят, пока.